Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В Байтагинском районе устанавливаются обстоятельства опрокидывания транспортного средства в реку. На месте происшествия обнаружены тела 10 погибших с признаками утопления, из которых 7 несовершеннолетних. Есть выжившие. Авария произошла утром 12 июля. Местный житель сообщил полиции, что машина перевернулась при попытке пересечения реки Шуй вброд. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД по республике Тыва. Глава Тувы Шалбан Караул в своем блоге выразил соболезнования родным погибших и сообщил, что к месту ЧП вылетел вертолет. Направляем в Байтайгу вертолет со спасателями и психологами и моим заместителем Чудановым. Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой по предварительным данным погибли 10 человек. Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Во всяком случае, земляки, прошу еще раз быть бдительными на реках. Из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой. Предположительно, две семьи ехали из села Тели в Аржан-Тустухе. Следственными органами Следственного комитета России по республике Тыва продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в автомашине тел 10 граждан, в том числе несовершеннолетних, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По уточненным данным, в автомашине находилось всего 12 человек. После опрокидывания двое мужчин сумели выплыть самостоятельно. Непосредственно в автомашине были обнаружены тела двух женщин и 7 детей. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя следственного управления, следователь криминалистов и следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. Следователями проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль Центральным аппаратом Следственного комитета России. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Накануне на 71-м году жизни скончался ветеран отечественной культуры и журналистики, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, режиссер, киновед и театровед, член союзов журналистов и театральных деятелей России, активный общественный деятель Анатолий Сырин. Весь трудовой путь Анатолия Сергеевича был связан с культурой и просвещением. Он окончил Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности режиссер, театровед, киновед, аспирантуру ГИТИСа, Институт телевидения и радиовещания, Академию искусств и культуру, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Университет марксизма-ленинизма, МГК КПСС и Госкино СССР. Работал режиссером на телевидении в гостелерадиокомпании «Тыва», которую впоследствии возглавил. Занимал ответственные должности в областном комитете ВЛКСМ, областном комитете КПСС. В 1981 году был назначен министром культуры Тувинской АССР, став самым молодым министром культуры в Советском Союзе. Впоследствии был удостоен звания лучший министр культуры Российской Федерации. Внес большой вклад в создание архива театрального искусства Республики Тыва. В течение всей трудовой деятельности в сферах культуры, истории, политики и масс-медиа Анатолий Сырин целенаправленно вел трудоемкую работу по сохранению традиций тувинского народа. В авторских материалах Анатолия Сырина как на телевидении, радио, так и в печати прослеживалась работа по воспитанию подрастающего поколения. Он – автор и исполнитель проекта, который в рамках празднования столетия Кызыла выходил на телеканале «Новый век». Культурно-просветительская программа «Юбилейный Кызыл» была посвящена людям, жившим в Туве в разные годы, всем, кто нес значительный вклад в становление общества и развитие Тувы. Среди героев его телепрограмм известные в республике и за ее пределами политические деятели, писатели, композиторы, врачи, артисты, представители промышленности, науки и экономики. Также Анатолий Сергеевич принимал участие в создании познавательного проекта «О Туве за 60 секунд». Как журналист активно пропагандировал образ любимой Тувы, сотрудничая в качестве корреспондента с газетой «Аргументы и факты» на Енисея. Его перу принадлежит таежный юбилей, посвященный столетию исполнителю роли Дерсу Узала, народному артисту РСФСР Максиму Мунзуку.
В дни празднования Надыма будет организован автобусный маршрут до местечка Тозбулак. Пассажир-перевозки будут осуществлять 4 автобуса марки ПАС. 13 июля время движения от остановки Почта с 8 утра. Далее по улице Чульдум и до местечка Тозбулак. Последний рейс от местечка Тозбулак в 22:20. 14 июля время движения от остановки Почта с 8 утра до местечка Тозбулак. Последний рейс оттуда в 20:00. Пассажироперевозки будут осуществляться по мере наполнения транспорта. Стоимость проезда – 15 рублей. В селе Арыскан Улухемского района идет передача 200 овец участникам губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года от участников проекта 2017. Напомним, проект реализуется в Туве с 2016 года. В пилотном режиме проект был отработан в Дзунхемческом районе. Поддержка молодых животноводов рассчитана на 5 лет. Главным условием является передача 200 голов мелкого рогатого скота следующим участникам проекта через 2 года. Первый этап, рассчитанный на 2 года с 2016 по 2018, завершился успешно. Поголовье скота в Туве выросло с 21 тысячи до 42 175 голов. По данным Минтруда России, Алтайский край и Республика Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности, сообщает издание Federal Press. До 2024 года в регионах планируют повысить реальный доход. Кроме этого, в проект внесены изменения. В регионах, где планируют увеличить доход, представят предложения. В первую очередь эти предложения коснутся того, как усовершенствовать ежемесячные выплаты неработающему трудоспособному родителю, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом. Известно, что данный проект предусматривает анализ, с помощью которого определяются возможные причины бедности. Кроме этого, цель данного проекта – разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов России различные механизмы, благодаря которым можно будет увеличить доход граждан и снизить уровень бедности по всей стране. И о курсах валют: доллар стоит 62 рубля 99 копеек, евро – 71 рубль 1 копейка. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Шубы в рассрочку. Норка 39 тысяч рублей. Мутон 6 900. Успей купить. С 11 по 14 июля. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Улица Интернациональная, 3. Сотрудники УФСИН России по Туве и полиции разыскивают осужденного, совершившего побег из-под надзора с участка колонии-поселения. В ходе проведения плановой проверки осужденных было выявлено отсутствие осужденного Байкара Чаян Геннадьевича, 88-го года рождения, отбывающего наказание на участке колонии-поселения в городе Шаганар. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения осужденного. Правоохранители просят при установлении местонахождения разыскиваемого осужденного незамедлительно сообщить дежурному часть надзорного ведомства по следующим номерам телефонов: 945-90, 945-61, 945-80. Или в дежурную часть МВД по Республике Тыва по номерам 936-01, 02, сотовый 102. В Кызыле объявлен прием детей в строящуюся школу номер 17. Об этом сообщает департамент по образованию мэрии города. Учебное учреждение строится в южном микрорайоне города. Заявления от родителей и законных представителей принимают в департаменте по образованию. Новую школу откроют к 2020-2021 учебному году. В 17-ю школу примут детей, закрепленных по прописке за гимназиями номер 5, 9 и школами номер 3 и 14. При этом школа номер 14, признанная аварийной, продолжит работу с сентября этого года. Сообщила заместитель мэра Кызыла Наталья Попугалова. По результатам публичных торгов выбран подрядчик, который уже приступил к капитальному ремонту здания учебного заведения. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15, +17 градусов, днем +24, +26.